В следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю. Ну, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла. Ну что, привет, дорогие друзья. Как я и обещал, я показываю выступление Зеленского на этом прекрасном саммите «Крымская платформа». Владимир Зеленский, to take the floor. Пане президент. Я не знаю, для чего он так кривляется. Вполне возможно, таким образом он показывает, что он свой в доску. Ну, знаете, такое бывает, вот как детки начинают кривляться, чтобы там показать, какие они хорошие. Ну, такое. Дуже дякую. Дорожаю уже, ну серьезно. В этом выступлении он переиграл Порошенко. Вы помните, как Порошенко, да, там... И па делал, и танцевал, и там что он только не делал. Вот этот вот уже переиграл его. До самого початку, майже тільки що, за декілька секунд до початку, міністр закордонних справ, пан Кулеба, мені сказав, що мені навіть не віриться, що це відбувається в Україні, що тут стільки країн. Сначала затаскивали правдами и неправдами, знаете, там на выборы приглашают дешевой водкой, там пирожками, там все. Сюда уже тянули, я не знаю, скорее всего, всяким там, ну, таким крупным государством, не будем говорить каким, наверное, деньги заплатили для того, чтобы они кого-то там прислали, да. И после этого, когда затянули, мне даже не верится, что вас столько сюда приехало. Я разумею, что тут столько наших друзей, поэтому я хочу одразу вам всем... подякувати. Это дякула номер два, усиленный, можно сказать, модернизированный и моложе. А так один в один. Главы держав, урядів, парламентів, члени урядів, шановні посли, шановні колеги, партнери, і як я вже сказав, всі ви наші друзі. Да, конечно, однозначно. Друзья, именно так друзья и поступают, как поступили вы, дорогие мои. Я не мог отбиться. Этот зал не уместил бы всех тех, кто хотел участвовать в Крымской платформе. Спасибо вам, друзья. Пані та панове, сьогодні 23 серпня 21 року. 10:32. Ну, без такого пафоса, вполне возможно, ему и говорить было бы особо не о чем. В перші часи окупації українського півострову це питання винесено на найвищий міжнародний рівень, і я щиро вітаю всі. Чушь собачья. После анексії Крыма, вопрос анексії Крыма много раз выносился на серьезной международной площадке. А вот это вот, это сборище, говорильня, на которую можно просто украсть много-много денег, которую смотрит 400 человек. Поэтому не надо рассказывать, что впервые вынесен вопрос. Он выдумывает по ходу. Вы знаете, я был бы счастлив бачити вас в Украине и в Киеве не через такий... Не тільки через такий привід, але... Так они приехали по другому поводу. Я был бы рад видеть вас по другому поводу. Они по другому поводу и приехали. Ну, за исключением нескольких там, не будем на них обращать внимания, но на самом деле они приехали на День независимости. Это очень хитрый план. Мы их подтянем под День независимости и затянем на Крымскую платформу. Я бы хотел, чтобы вы по другой причине приехали. Они приехали по другой причине. Нашу территорию аннексувала... Одна держава, одна із держав-гарантів безпеки України згідно Будапештського меморандуму. Одна із держав-членів Ради безпеки ООН. Ну, дальше надо говорить прописные истины. Крым – это полуостров. Он омывается Чорним морем. Чорне море соленое, в ньому водяться рапани. Щойно, як вже сказав Дмитро Іванович, щойно ми чули пісню 1944. 1944. Співачки нашої Джамали, яка нам нагадала про трагічні події
Я должен заметить, что нагадала она нам не просто так про депортацию, а за то, что она исполнила песню про депортацию своего собственного народа. Она взяла с нас, нашего бюджета нищего, более 10 тысяч евро, потому что бесплатно спеть ей было западло. Это же все-таки про депортацию. Давайте-ка мне денег. 40% з них загинуло протягом перших 3 років депортації. Здавалося, що подібні жахливі події, що вони неможливі. Интересно, кого депортировали из Крыма после 2014 года? Вот это мне так интересно. И плюс, он не хочет упомянуть, конечно же, что депортация была на государственном уровне осуждена, на законодательном уровне. Депортация осуждена Российской Федерацией. Но это ж пустое. Сравнить 14-й, 44-й. Из всесвітньо відомого курорту, а сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря. Тобто він вже не курорт. Крим вже не курорт, на нього не їдуть або їдуть. Ну, виходить, із всемирно відомого курорту він превратився в всемирно відомий курорт, який охороняють тепер усилено. Да? І, на самом деле, много лет обсирали крымчан. Другого слова не просто не подобрать. Унижали крымчан. Рассказывали, какие они не такие. Пляжи вонючие, никто туда не едет и так далее. Теперь уже, ну, смирились, но теперь надо просто говорить на белое черное. Из курорта превратилась вот в военную базу. Все, курорта там нет больше. Будем знать. Крым перетворився на территорию, где грубо и системно порушуются права. Главное, права та свободи людини. Права человека нарушаются. Это сидит тело, которое 2 дня назад санкции ввело против своих собственных граждан, что запрещено Конституцией. По Конституции этого нет. Ты не имеешь права, тело, ограничивать права, грубо ограничивать права граждан Украины. Никто не может быть признан виновным, как только по решению суда. Это тело рассказывает про нарушение прав человека в Крыму. Политические преследования, насильницькие зникнення, незаконное утримування понад 100, на сьогодні понад 100 політичних в'язнів. А в Україні скільки політичних в'язнів? На підконтрольній. Он на Крым постоянно кивает. Вы знаете, такая Людмила Денисова, такое чучело, омбудсменом работает. Вот она попала под санкции Российской Федерации. Вы знаете, что она не занимается вообще преследованием людей на территории Украины? Омбудсмен украинский. Она только бежит туда, вот там мы поедем. На неподконтрольной вон в Крыму у нас и так далее. К ней обращаешься, она даже не отвечает, это чучело. И это сидит и рассказывает о том, что там вон там. А он, кстати, Денисова, вон я смотрю, его ослиная морда, он за ним сидит. И Данилов за ним сидит. Данилов за ним сидит, он рассказывает про нарушение прав человека в Крыму. Ни стыда, ни совести вообще. Тортури, придушення свободи, засоби масової інформації, віросповідання. Он закрывает телеканалы, он СМИ запрещает. Он запретил 2 дня назад средства массовой информации. И говорит, что там, говорит, СМИ давят. Лицемеры долбанные. И сидят в зале такие же лицемеры, которые, да-да. Хотя большинство, я думаю, просто вообще не поняло, куда они попали. Пропаганда войны среди детей у школах. Такими, на жаль, там такими, на жаль, сьогодні є реалії, сумні реалії українського півострова Крим. Это он рассказывает про то, как Азов приходит в школы и рассказывает, как москалей мочить? Или он что-то... он что-то другое имеет в виду, наверное. И Украина, я особисто буду делать все возможное, чтобы повернуть Крым, чтобы Крым разом с Украиной став частью Европы. Так, а Украина уже стала, да, частью Европы, я так понимаю, что Крым должен теперь быть таким же, как и подконтрольная Украина. То есть таким же классным, да? Угу, понятно. Но я смотрю на лица собравшихся. Просто вот так вот выхватил, так буквально, специально не присматривался. И я смотрю на их лица, и я так думаю, мне кажется, они немножечко вообще не поняли, куда реально они попали. Может быть, их приглашали в какое-то другое место и по какому-то другому поводу, и что-то другое объясняли. Но некоторые, как бы, ну,
задумчивые, мягко сказать, да? И задумываются они явно не о Крыме, а о чем-то другом. Да, такой. Да, вот это я попал. И все смотрят на потолок, обратите внимание. Что там на потолке? Может, там какие-то суперлюстры висели, правда? Или Джамала там летала? Еще за 20 тысяч полетаю над залом. А працюючи 24, як у нас кажуть, працюючи щодня 24/7, офіс на щоденній основі буде моніторити ситуацію з правами людини. Права человека будут мониторить на территории Крыма, потому что на территории подконтрольной, конечно же, все четко, все ясно и понятно. На территории подконтрольной никто никого не это самое. Он переплюнул Порошенко, я это давно говорил. И мне будет интересно послушать выступление вот этих вот, которые собрались, очень интересно послушать, потому что они собрались там, где 4 кольца охраны, где не могут зайти журналисты, где журналистов к их телам даже просто не подпускают, а только подпускают специально отобранных журналистов с Ахметовского канала своего, да, может еще там с 1+1, я не знаю, и все. Интересно будет послушать. Ну а пока что продолжаем наблюдать. Крымская платформа.